Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Так продолжается наше путешествие. Сегодня 3 дня, как мы ночевали в Сарагосе, и сейчас выдвигаемся в Толедо. Предыдущие выпуски, ссылочку повешу вот здесь, смотрите. Напоминаю, что это кемпинг рядом с Сарагосой, а в Толедо мы будем жить в апартаментах практически в центре, в старом городе. По дороге заедем еще в одно интересное место. Поехали! Мы приехали в местечко, которое находится буквально в 100 километрах от Сарагосы. Называется монастырь Ди Пьедро. Монастырь каменный, наверное. Это природный парк. Сейчас будем здесь гулять. И я постараюсь снять вам все здешние красоты. Короче, мы бродим в природном парке. Здесь очень зелено, кругом шумят водопады, прохладно. Температуру вы видели 28 градусов, но при этом здесь по деревьям такая приятная прохлада. Отличное место, очень такое классное, очень симпатичное, красивое. А после посещения этого парка природного, здесь же можно пройти в сам монастырь. Скажите, круто это выглядит. Вот такое путешествие в катакомбах монастыря.
Прикольный монастырь и прикольный музей вина в нем. Всего на этот монастырь вам понадобится минут 20, наверное, в общей сложности. Побродить здесь интересно. Кругом вот эти вот здоровенные камни массивные. Чувствуется, века здесь дышит. А сам музей вина не очень большой, но, мне кажется, интересный, как вы видите. Короче, это прикольное место для того, чтобы заехать сюда по дороге из Сарагосы в Мадрид, ну или в Толедо, как мы едем. Добрались мы до Толедо, я только что поставил машину на платную парковку. Сейчас нужно идти до апартаментов. В центр города, в исторический, въезжать можно только по специальным разрешениям. Естественно, у нас такого нет. Поэтому все хождение пешком. Толедо – это старая столица Испании. Причем город очень небольшой, тут, по-моему, 60 тысяч населения всего. Но мы съехали с самой окраины, заехали сюда, он уже впечатляет. Монументальностью, скучностью этих зданий исторических. Большой обрыв под боком. Вот. Ну и красоты, в принципе. Сейчас пройдем в апартаменты, я покажу вам, как мы устроились. Апартаменты, которые мы выбрали, располагаются практически вплотную к площади. Это одна из центральных площадей. Нам туда. Пойдем. Сюда. Ну вот и наши хоромы на следующие три ночи. Это апартаменты, которые состоят из трех комнат. Гостиная, одна спальня, вторая спальня. Я считаю, что это очень дешево. Считайте сами. Значит, 450, по-моему, евро мы заплатили за три ночи. Здесь 6 спальных мест. Получается всего ничего. В гостиной раскладывающийся диван. Фактически двуспальный, обеденный стол, стулья барные, поднимающиеся, электрическая плита на две конфорки, мойка, холодильник. Мы его уже заполнили продуктами. Есть микроволновка и кофеварка. Журнальный столик показывал. Журнальный столик. И здоровенный телевизор со спутниковым телевидением. Кроме того, балкончик маленький. Вот такой, с шишечками. Да, на первом этаже этих апартаментов ресторанчик. Мы там, правда, еще не были. Несмотря на то, что центр, здесь тихо. Теперь пройдем к спальне.
Здесь тоже телевизор, маленький столик, такой же балкончик. Да, кондиционеры в каждой комнате. Это удобно, согласитесь. Спальни, на удивление, достаточно просторные. Вообще, я заметил, что в испанских домах, как правило, помещение, где спят, очень маленькое, а гостиная большая. Здесь же все пропорционально. Пойдем дальше. Так, здесь же в гостиной вход в первый санузел. Это не он, это встроенный шкаф. А санузел вот сюда. Раковина с зеркалом. Душевая кабина, унитаз. Достаточно просторно. С включением света включается и вентиляция, что немаловажно. Дом старый, перекрытия, похоже, деревянные, поэтому, когда ходишь, все немножко качается. Ну, а теперь во вторую спальню. Двуспальная кровать, такой же маленький балкончик с занавеской, кондиционер, небольшой комодик, телевизор поменьше размером. Вешалка для одежды. Все окна этих апартаментов выходят на одну и ту же маленькую улочку. Везде одинаковые балкончики. И еще, для того, чтобы целиком весь балкон не открывать, а немного проветривать здесь, здесь другого окна нет, есть вот такая вот маленькая вентиляционная штука. Маленькая такая. И здесь же санузел. Душевая кабина за стеклом. С хорошей сантехникой. Я про смеситель в данном случае. Новые унитазы, раковина. Вообще, мне здесь нравится. Чистенько, очень свежая такая обстановка. Такое ощущение, что совсем недавно был ремонт. Ну вот как-то так, да, не сказал. Здесь рядом, буквально, наверное, в 12-15 метрах от выхода из апартаментов, местный небольшой супермаркет Carrefour. Очень удобно. Сегодня мы, наверное, уже в город не пойдем. Уже поздновато, устали целый день в дороге, да еще целый день шлялись по водопаду. А вот завтра с новыми силами буду вам показывать красоты Толедо.